Здравствуйте, это программа «День города», в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Выборы президента, как в Рязани прошел единый день голосования. Крымская весна, концерт-митинг в день присоединения Крыма. Медицина продолжает развиваться, фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Алексеевка. В единый день голосования явка на выборы составила практически рекордный показатель. Рязанцы не остались в стороне. Центральная избирательная комиссия подвела итоги голосования. Явка избирателей в Рязанской области составила 65%. Голоса распределились следующим образом. В Рязанской области за Владимира Путина проголосовали 76% избирателей. На втором месте в регионе кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12% из общего числа проголосовавших. Третье место занял Владимир Жириновский с результатом 6%. Четвертое место досталось Ксении Собчак. За нее отдали голоса 1% избирателей. Остальные кандидаты не добрали до целого процента. Сергей Бабурин, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Борис Титов. У всех 0,6%. Самое большое количество проголосовавших за Владимира Путина в Александро-Невском районе. Самый низкий результат в Касимове – всего 68%. В абсолютных цифрах в Рязанской области за Владимира Путина проголосовали почти 500 тысяч человек. В процентных долях результаты голосования в Рязанском регионе практически ничем не отличаются от показателей страны. 18 марта в Рязани прошел единый день голосования. На избирательных участках рязанцы не только выбирали главу государства, но и смогли отдать свой голос за благоустройство зеленых зон и поучаствовать в конкурсе «Фотобаттл». Выборы президента в Рязанской области прошли без существенных нарушений. За легитимностью этой кампании следили члены избиркома, наблюдатели от Общественной палаты региона, а также клуб избирателей, штаб которого работал в Рязани. Именно сюда стекалась информация со всех районов области. В основном обращения касались подкупа избирателей, незаконной агитации и размещения агитматериалов. Такое сообщение появилось в 5 утра из Шилова. У нас до дня голосования, да, было всего 4 обращения, ну, для сравнения, на губернаторскую кампанию в сентябре 17-го на день голосования было 5 обращений. В основном обращения касались фактов подкупа избирателей, фактов незаконной агитации, незаконных агитационных материалов. И вот пока, начиная с 8 утра, поступило одно обращение, опять-таки, на незаконное размещение агитационных материалов. В этом году впервые за соблюдением всех установленных процедур на избирательных участках Рязанской области следили 1700 наблюдателей от Общественной палаты региона. В режиме онлайн они направляли оперативные данные в информационный центр областного клуба избирателей. Велась текстовая трансляция о ходе голосования из всех муниципальных образований. По инициативе Общественной палаты региона также была организована горячая линия, которая принимала звонки о нарушениях избирательного законодательства. С помощью сайта «Карта нарушений РФ» регистрировались и оценивались на объективность все жалобы и нарушения в ходе избирательного процесса. Только одна из жалоб потребовала рассмотрение облизбирком. Она связана с дополнительной информацией на плакате с кандидатами, которые были размещены в участковой комиссии. На каждом избирательном участке у нас есть свои люди, которые докладывают о нарушениях. И мы непосредственно здесь уже смотрим, является ли это нарушением. Вот. И потом уже выкладываем, то есть проверяем информацию, правда ли так, является это нарушением, а потом же фиксируем на карте, в группе в Фейсбуке, в группе ВКонтакте. Всего в регионе работало свыше 1000 участков. В области было зарегистрировано более 920 тысяч избирателей. Явка в Рязанской области на президентские выборы составила 67%. Проголосовал и глава региона Николай Любимов. На избирательный участок в 4-м лицее он пришел с супругой. Надеюсь, что, конечно, большая часть людей придет сегодня, проголосует, поскольку это действительно наше будущее, будущее наших детей. Уверен, что отсидеться дома и посмотреть со стороны на то, как идет процесс, не удастся никому. Я считаю, что это заблуждение. Голос каждого человека очень важен. И хотя это право, а не обязанность принимать участие в голосовании за президента Российской Федерации, но это право надо использовать. Также глава региона поучаствовал в референдуме по благоустройству общественных пространств. В отдельных помещениях на участках для голосования горожан знакомили с проектами кандидатами. Губернатора с проектами ознакомил руководитель администрации Рязани Сергей Карабасов.
Я считаю, что это очень хорошее рейтинговое голосование, поскольку мы должны обязательно советоваться с людьми о том, что нужно, собственно говоря, развивать в городе, что нужно благоустраивать в первую очередь. Потому что все сразу сделать невозможно, но тем не менее то, что нужно людям больше, чем нечто другое, они должны выбрать сами. Проголосовать за общественные пространства в рамках проекта «Комфортная городская среда» рязанцы смогли на своих избирательных участках. Проекты благоустройства, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы уже в 2018 году. Также Любимов принял участие в конкурсе «Фотобаттл». В воскресенье 18 марта на улице Почтовой прошел фестиваль «Крымская весна», посвященный 4-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. В этот день здесь играли музыканты, выступали поэты, народные коллективы и танцевальные группы. На ярмарке народных промыслов свои работы представили местные и приезжие мастера. Все желающие смогли приобрести и аксессуары, и предметы быта, и посуду, и картины. В Рязань в выходные пришла «Крымская весна». Главной площадкой фестиваля, посвященного воссоединению Крыма с Россией, стала улица Почтовая. В ее основании установили сцену. Свои произведения прочитали поэты и писатели. На улице работала гастрономическая площадка. Проводили викторины, конкурсы, спортивные соревнования. Фестивалем «Крымская весна» открылись Дни Республики Крым в Рязанской области. Хороший праздник. Я считаю, то, что происходит, и все города страны демонстрируют свое единство с Крымом. Это очень правильно. И в хороший выходной день люди вышли с семьями и принимают участие. Здорово. Я как раз в этом году ездила в Крым. Я была в Евпатории. И мне кажется, что Крым – это такая очень интересная зона для туризма. И она очень для нашей страны важна. Это праздник, я считаю, что святой, потому что действительно я очень люблю Крым, часто бываю там. Я думаю, не случайно сегодня и день выборов, и день, который празднует вся Россия, вхождение, воссоединение России и Крыма. Потому что действительно это событие, которое нас всех объединило. Мы радовались за нашу историю. И я, как гражданин, почетный гражданин города Рязани, очень хочу, чтобы в Рязани были места, которые носили бы крымские названия. Севастопольская аллея, Крымский парк. Пусть действительно будет Крым на карте Рязани. Фестиваль «Крымская весна» посетил и глава региона Николай Любимов. Вместе с супругой и дочерьми губернатор осмотрел выставки, посвященные Республике Крым, сфотографировался на фоне изображения Керченского моста, а также отметил на специальном стенде с картой любимое место полуострова – гору Ай-Петри. На всех кораблях поднимают его каждым утром. Сотни рязанцев воскресным вечером вышли на Почтовую улицу и приняли участие в митинге-концерте, посвященном годовщине присоединения Крыма к России. С праздничной датой и с окончанием выборов горожан поздравил губернатор Николай Любимов. Хотел бы поблагодарить всех, кто пришел сегодня на выборы. Хотел бы поблагодарить всех, кто обеспечивал их. И наши избирательные комиссии, и руководители учреждений, в которых были избирательные участки, и правоохранительные органы, которые обеспечивали безопасность нас всех. С творческими номерами для собравшихся выступили рязанские артисты. В Рязанской области расширяется сеть новых фельдшерско-акушерских пунктов. Современный ФАП открылся в пятницу в селе Алексеевка Сараевского района. Новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Алексеевка будет обслуживать более 500 человек. Знаковое для населенного пункта событие посетил глава региона Николай Любимов. Конечно, очень радостно открывать ФАП, чтобы люди могли прийти сюда, померить давление, понаблюдаться у врача, чтобы не надо было все время ездить в районный центр или тем более в Рязань. Это замечательное событие. Я уверен, что ФАП сделает вас, скажем так, менее восприимчивыми к болезням, чтобы вы не болели, я вам желаю этого искренне, чтобы поменьше сюда надо было обращаться. Этот современный медицинский центр оснащен необходимым оборудованием и мебелью. Процедурные, прививочные и акушерские кабинеты готовы принимать жителей района в радиусе 12 километров. Подведено водоснабжение, отопление и канализация. Медицинская помощь в Алексеевке теперь будут оказывать в соответствии с современными стандартами. Мы много лет работали в приспособленных помещениях. А теперь они будут принимать пациентов в теплых, уютных, светлых кабинетах, оборудованных всем по последнему, как говорится, медицинским оборудованием, медикаментами, отвечающих
санитарно-гигиеническим нормам и готовыми оказывать помощь, доврачебную экстренную помощь. Объект построен в рамках реализации федеральной и региональной программ на общую сумму более 4,5 миллионов рублей. В 2018 году Следственный комитет Российской Федерации по Рязанской области вынес приговор в отношении двух молодых людей, совершивших тяжкое преступление. Два года назад мужчины напали на сотрудника полиции. Собранный отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, предоставленные государственным обвинителем в ходе судебных заседаний доказательства, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Республики Азербайджан Мусазаде Архану и жителю Рязани Джафарову Бахлулу. В ноябре 2016 года 26-летний Мусазаде нанес сотруднику полиции удар ножом в лицо. По словам представителей силовых структур, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После преступления Мусазаде скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Сотрудники полиции начали проводить оперативно-розыскные мероприятия. Спустя 4 дня на автодороге в районе деревни Леденевка Михайловского района был остановлен автомобиль, в котором и находился злоумышленник вместе со своим знакомым. Сдаваться сотрудникам полиции они не захотели. Мужчины покинули автомобиль, и началась настоящая погоня, место которой скорее на телеэкранах. Мусазаде и Джафаров, вооруженные пистолетом с резиновыми пулями и обрезом охотничьего ружья, побежали вдоль автодороги. Несмотря на все оказанное сопротивление, злоумышленников задержали. Мусазаде Джафаров в ходе следствия вину не признали и выдвигали различные версии в свою защиту. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, которая опровергла все версии защиты и полностью изобличила их в инкриминируемых преступлениях. И снова пожар, и снова частные дома. 18 марта на улице 2-й Мервинский проезд загорелось жилое здание. В 22 часа 12 минут на пульт дежурного сотрудника МЧС поступило сообщение о возгорании в нежилом доме. Огнем было охвачено здание рядом с частными жилыми строениями. Сотрудники МЧС оперативно отреагировали на вызов. В 22 часа 33 минуты пожар был локализован. В 22 часа 36 минут ликвидирован. Погибших, пострадавших нет. Причина пожара, ущерб устанавливаются. На пожар выезжали, принимали участие в тушении 15 человек личного состава государственной противопожарной службы и 5 единиц техники. Местные жители отреагировали на горящее здание по-своему. В социальных сетях стали появляться видеозаписи и фотографии горящего здания. А в комментариях многие утверждали, что причиной пожара стал поджог. Другие же склонялись к версии с неосторожным обращением с огнем. Здание было нежилое, поэтому здесь могли поселиться люди без определенного места жительства. Так или иначе, причины пожара пока устанавливаются. «Если хочешь быть здоровым, закаляйся», – гласит текст советской песни. Мудростью этих строк уже давно пользуются так называемые моржи. В прошедшие выходные они искупались в Рюминском пруду. 17 марта температура на улице опустилась ниже минус 10 градусов. Однако рязанских моржей это не остановило. На пруду Центрального парка культуры и отдыха прошел марафон зимнего плавания при поддержке администрации города Рязани. Участвовали команды из нашего региона и Московской области. В мероприятии также мог поучаствовать любой желающий. По словам самих участников, вода в Рюминском пруду была в самый раз. Это были все новости на данный момент. И еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Юху! Да! Ура! Это случилось! Да! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 4,7% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Грязь, слякоть, выхлопы. Шум, шум, шум. Плотный трафик, строительная техника, высоковольтные линии. Жить в городе? Зачем? Зачем жить в муравейнике, если в 10 минутах от города расположился жилой комплекс «Полянка»? Жилой комплекс «Полянка» – ближе к природе, вдали от суеты.